Я смотрю, старика, думаю, что такое? Конкурент появился, что ли, тут этот самый Алексей. А, мне конкурент? Да, я тебя не узнал. Ага, я тут в кустах прячусь. Ты, нет, во-первых, я трусы новые. А, да. Шорты. Шорты, да, не трусы. А где свои эти фирменные шорты, которые перешиты? А, ну я же не могу каждый день в одних. Понятно, ты как та женщина, она говорит, я не могу. Да-да-да, надо радовать. А то, говорит, это, подумают, что я этот самый, не из дома еду. Как тебе дела? Ну, одел уже, да? По-разному. Тут загорел. Ну да, тут я вообще на лавочке там сидел, вот так самое. Ага. А ты без рюкзака, без всего, прям так чешешь? Да сегодня да, ну вроде погода такая, самая какая-то была непонятная с утра. Ага, да, я сомнительно. Я когда солнца нет, я без рюкзака хожу, потому что я в рюкзак кладу воду. Ага. Чтобы это самое там обмыться. Вот, потом эти тапочки кладу, там в тапочках хожу, кроссовки снимаю. Прошел отлично, я не ожидал. Не ожидал? Так, мы смотрим на технику Георгия, как он у нас топ справа изучаем. Я у него, между прочим, одну партию выиграл как-то. Когда? В каком году? В каком? В этом или в том, что я не помню. Он, правда, левый играл. Хорошая шутка. Он играл левый, я у него выиграл. То есть ты у него одной левой награл, а ты у него выиграл одной правой. Да, одной левой, я у него одной правой. Гриша, какое у тебя основание? Петр Корбель. Ох ты, Петр Корбель. А наклейки у тебя? Это Европа. От Сан Саныча, да? Да. Ага. Я давай, ты не сборный, как я понял. Нет, ну главное, что Петр Корбель. Да нет, это обычное основание, даже не дорогое. Там есть А8, поэтому. 4, да? Но это было до. Нет, оно и сейчас тут стоит. Есть европейская, а есть... Японская. Сергей Николаевич японская, по-моему. А у него вообще какой-то там патент закат. Валера, у тебя какая? Что у тебя за ракетка? Стига, основание какое? Стига метр городок. Стига, Стига была. Толщиной 6 сантиметров, магазин стройматериалы? Может быть. Да какая же? Ну ему это не помогает почему-то. Да не надо, не надо. Я сегодня пробовал. Порвал. Я думаю скинуться с этой площадки, Валерий, купить основание тысяч за 30. Как вот? 30? Это дешево тогда уж, если всей площадкой. Дешево меня ценят. Я максимально, по-моему, сказал. Нет, еще дороже. Конечно. Она 20 какие. От Сан Саныча. Ну, получается, человек 20 могут скинуться. Ну да. А если объявление повесить побольше? Давай. Тогда и нам хватит. 50 тысяч, Валерий, надо собрать. На экипировку. Ну, он может с этими деньгами исчезнуть. Всего пока, привет всем.